по фиктивным договорам он безвозмездно предоставил коммерческой организации часть помещений в одном из зданий университета. При этом с учредителем данной коммерческой организации он находился в дружеских отношениях. Данное помещение использовались коммерческой организацией под размещение кафе, которое приносило ежедневную прибыль. При этом арендная плата за пользование данных помещений в университет не вносилась, тогда как коммунальное обслуживание и обеспечение данных помещений полностью оплачивалось за счет университета. По предварительным оценкам, ущерб от незаконного использования федерального имущества составил более 2 миллионов рублей. Здесь не просто не оформили все бумаги, как положено, но даже не удосужились провести конкурс, чтобы выбрать достойного претендента во владельца точки общепита, как того требует закон. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно находится в Следственном комитете области.